Добрый день, дорогие друзья! Вы смотрите канал «Мы живем в Латвии». Сегодня у нас понедельник, 13 мая 2024 года. А новости у нас следующие. Чаще ходим на поминки. На одну свадьбу в Латвии приходится 7 смертей. Давайте разберемся поподробнее, почему же так происходит и от чего. Продолжает сокращаться население Латвии. На 1 апреля 2024 года предварительное количество жителей в Латвийской республике составило 1 863 тысячи, что на 22,5 тысячи меньше, чем на 1 апреля 2024. 23 года. В первые три месяца 2024 года на территории Латвийской Республики было зарегистрировано всего 1074 брака. Это на 437 браков или на 28,9% меньше, чем в соответствующем периоде предыдущего года, сообщили ББЛВ в Центральном статистическом управлении Латвийской Республики. В нынешнем году продолжается спад рождаемости. Зарегистрировано 3154 новорожденных, на 267 или на 7,8% меньше, чем в соответствующем периоде 2023 года, когда родилось 3421 ребенок. Рождаемость в Латвии по-прежнему более чем в два раза ниже смертности. Да, друзья, более чем в два раза ниже смертности. В первом квартале 2024 года зарегистрировано 7371 смерть, что на 306 смертей или на 4% меньше, чем в первом квартале прошлого года, но на 238 смертей или на 3,3% больше, чем в первом квартале 2020 года. Вот такие, друзья, неприятные, неутешительные новости. Да, население у нас сокращается очень быстро. Я бы сказал, вот как всегда я говорю, друзья, я закончил новость. Новости коротенькие, печальные новости, очень печальные, друзья. Это всегда говорю, что население с космической скоростью сокращается. Люди как выезжали, а умирают они еще, смотрите, в несколько раз больше. Рождается все меньше и меньше, браков заключается все меньше и меньше. Женщин, вот молодых женщин, намного меньше стало беременных. Раньше было сплошь и рядом. Я уже, друзья, комментарий просто комментирую. Я вижу, как я вижу эту ситуацию. Раньше с колясками полные дворы были. Помните, детский смех, детские крики, игры всякие там. Маленькие девочки, мальчики в песочницах играются, сейчас пройдешь по двору. Вот мы частенько ходили, раньше, друзья, частенько ходили, снимали видео, говорю, снимали, вот пешие прогулочки делали, непосредственно в нашем городе. Никого. Где дети? Ну, за редким исключением, может быть, когда-то вот из 10-20 видео где-то промелькнет один-два ребеночек или мама с ребеночком. И то, ну нету, друзья, нет. Где дети? Где дети? Ну, здесь вопрос не как говорится, не я не спрашиваю и конкретно, где они, дети, а вы, пожалуйста, пожалуйста. Заключается браков намного меньше. Смертность на каждой, смотрите, свадьбу приходится 7 смертей, друзья. Поэтому вот в одном заголовке все понятно. Чаще ходим, чем на поминки, чем на свадьбу.
на свадьбу. Вот такие печальные новости, друзья. Пишите комментарии, друзья, что вы думаете. Да, поддержку, хотя бы поддержку нашего канала, друзья. Поставьте лайк, большая просьба. И всем большущее спасибо. Огромнейшее, от всего сердца большое спасибо. Желаем от имени нашего канала всем долголетия, всем только здоровья, не болейте, берегите детей. Все, берегите себя, друзья. Вот так же, как и пары, вот смотрите. Браков заключается меньше. Ну да, сейчас очень модно жить просто так, без заключения брака. Ну и разбежаться можно тоже очень легко и просто. Да. А я ушел, а я уехал. Или я ушла, или я уехал. Но это, друзья, другая тема. Поговорим как-то в другой раз тоже про вот это все. Да, гражданским браком, да, живут. Но все равно, даже раньше, вот хотя бы лет 5-10, но это же давно уже пошло, друзья, уже с 90-х лет. Свободно, как хочу, так и живу. Про гражданский брак я говорю. Ну а здесь-то речь идет, что на поминки, друзья, чаще ходим 7 раз, чем на свадьбу. Да, неприятно. Спасибо большое вам. Желаю всем здоровья, счастья, благополучия, мира, добра и дружбы между народами. До свидания, друзья. До следующих видео. Пока.